Первую главу за последние минут 20, я, наверное, так скажу. Олег Шутов у мяча. Капитан непродолженской команды. Подает что-то угловое. Опасно! И мяч в воротах! Вот так получилось, уважаемые друзья. Счет матча изменился. Стандарт в данном случае угловой привел к взятию ворот черкасского Славутича. Анатолий Бурлин забивает мяч на 34-й минуте матча. Неужели это был не Коваленко, Александр? Нет, это был Листов своей команды. Ну, мы привыкли, что Коваленко забивает мячи головой устали. Но вот видите, Бурлин отличился. Хорошо выбрал. Посмотрите, какой хороший получился зрячий удар в самый угол, да? И в противовес голкиперу. Голкипер, посмотрите, вот на голкипера, который просто не угод... А, он тут упал. Ну, тут он столкнулся с игроком стали. Никакого нарушения не было. Потом еще раз упал же картинно. Ну, я думаю, что арбитр все видел. Реализует непродолженцы этот стандарт. Может быть, по такой игре только и при помощи стандарта можно было и отличиться. И непродолженцы выходят вперед в нашем сегодняшнем матче. Ну, вы знаете, я думаю, что...